Всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно сшить детский тюрбан. В прошлом видео я уже показывала один вариант. Это был одинарный тюрбан. А сегодня мы будем шить двойной. И здесь я уже приготовила все, что мне необходимо. У меня опять трикотажная ткань. Она более тонкая, в отличие от той, которая была в предыдущем видео. Поэтому я сошью двойной тюрбан. Также нитки, иголка, фломастер, сантиметр и ножницы. Для начала мне необходимо померить голову ребенка. Окружность головы, это у меня 47 сантиметров, и от лба до затылка, это высота вот шапки, 25 сантиметров. Так как тюрбан я буду сшить двойной, то вот эту высоту я умножаю на 2, получается 50 сантиметров. Исходя из этого, я вырезаю прямоугольник размером 47 на 50. Вы также можете шить одинарный тюрбан, тогда вот эту высоту не нужно умножать на 2, а просто нарисовать прямоугольник размером равной окружности головы и вот этой вот высоты. Я уже вырезала отрезок и сложила его вот так вот вдвое. Здесь получается у меня внизу вот он идет сгиб. Теперь складываю еще вот так раз вдвое. И теперь мне необходимо срезать вот этот угол. И для начала я нарисую полосу, по которой буду срезать. Я уже срезала угол, и я срезала еще чуть больше, чем вот первый раз нарисовала. Теперь разворачиваю вот так ткань. Здесь у меня получается сгиб. И теперь собираю вот здесь вот по краю все на иголку с ниткой. Я взяла иголку, и теперь буду вот так собирать. И вот так вот я уже собрала все на иголку с ниткой. Когда вы срезаете угол, если срезаете маленький угол, то вот здесь вот будет сильно вот морщиться, будет много ткани. Поэтому лучше срезать его побольше, чтобы здесь вот было аккуратно и не так много было ткани собраны. И теперь я буду сшивать вот эти два хвостика, начало и конец. Сюда выворачиваю вот так наизнанку. И сшиваю. И вот так вот я уже сшила, у меня здесь осталось небольшое отверстие. Можете, в принципе, зашить его полностью уже, как хотите. И теперь я закрою это отверстие пончиком. Для того, чтобы сделать пончик, мне необходимо из ткани вырезать полоску шириной 7 сантиметров и в длину 80 сантиметров. Я вырезала полоску, теперь складываю ее вот так вот вдвое и завязываю узелок. Делаю небольшое колечко и на него по кругу наматываю ткань.
начинаю обматывать вот этой тканью. И когда накручиваете, сильно не затягивайте. И вот так вот распрямляйте вот здесь вот ткань хорошо. И теперь вот этот хвостик маленький, который у меня остался, я его сюда вот пришью. Вот такой у меня получился пончик. Если хотите, чтобы он был побольше, то, естественно, отрежьте полоску подлиннее. И теперь я его пришью вот сюда. И вот так вот у меня получилось. Я уже пришила пончик полностью вот так по кругу. И теперь мне необходимо закрыть вот это вот внутри. Я вырежу кусочек ткани, вырезаю. И просто сюда вот так вот его пришью, чтобы не давило на голову и не мешало. И вот так вот я уже пришила до конца, закрыла здесь внутри все. И вот такой у меня получился тюрбан. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях, а я с вами прощаюсь. Всем пока!